Я рад всех приветствовать, друзья. Сегодня мы с вами поговорим о кресле от компании Britax Roemer и поговорим об одной из старших моделей в категории 0.1 от этой компании. Моделька у нас называется DualFix Plus непосредственно. 0.1 категория, друзья, это с рождения до 4 лет, с рождения до 100 сантиметров роста ребенка. Непосредственно можно эксплуатировать это кресло. И вес на самом деле здесь не важен. Просто вот ориентируйтесь, с рождения до 100 сантиметров роста ребенка. Пишут еще как бы до 18 килограмм. Но вот рост — это самое основополагающее на самом деле. Что касается этого кресла, друзья, сразу про безопасность скажу, закроем вопрос. Очень хороший результат краш-тестов у него. Это еще и вдобавок стандарт iSize. Этому стандарту уже можно доверять, даже если кресло там на Адаке не тестили, а iSize есть. Все, оно уже по-любому прошло все необходимые проверки, благодаря которым уже можно доверять ребеночка, друзья. Поэтому с безопасностью здесь все очень-очень хорошо. Это, кстати, уже обновленные все DualFix, их несколько в линейке. И это вот, скажем так, последнее поколение, что мы сейчас с вами рассматриваем. Сейчас оно повернуто к вам. Ну, друзья, 360 градусов его можно разворачивать, естественно. Вот, и можно так эксплуатировать. Устанавливается оно с помощью изофикса. Упор в пол мы выдвинули в землю и изофикс защелкнули непосредственно к креслу. Самое важное, вы не поставите это кресло с помощью ремня, там на переднее сиденье. Хотя я видел Porsche Cayenne, Touareg, ну, ваговские машины, у них, как ее, Skoda, Kodiaq. Вот на них я еще видел спереди изофикс, друзья, в Audi. Вот. А так это большая редкость, поэтому, скорее всего, будет стоять на заднем сиденье или справа, или слева. А вот, собственно, по креплению здесь все очень просто. Защелкнули, упор в пол выдвинули и вперед. Непосредственно, пока мы возим новорожденного, нам нужно возить, естественно, против хода движения. А я хочу вам сразу показать вкладыши, которые здесь для этого установлены, для маленького совсем ребеночка. Мы мерили уже детей в эту модельку. Очень удобное кресло. Среди универсальных, конечно, лучше взять отдельную люлечку, чем универсальное кресло. Но среди универсальных это очень достойный игрок. Наверное, один из самых лучших. Сейчас я вам покажу весь этот бутерброд. Вот такой вот большой, друзья, вкладыш здесь используется. Вот у нас, как видите, мощно фиксируется голова. Этот материал с эффектом памяти. Очень классный на ощупь, приятный. Вот. Также ребенок хорошо зафиксирован сбоку. Чем плотнее ребенок зажат, тем лучше. И вот, собственно, у нас вставка, чтобы поясница ребенка была более прямой, пока он новорожденный, пока ему это необходимо. А потом уже у нас кресло, видите, каким становится? Большим, просторным. Все это регулируется у нас по высоте как раз-таки вот до метра роста. Регулировка происходит вместе с ремнями. На ремнях также есть противоскользящий элемент, чтобы при ДТП меньше травмировать ребеночка плечевую зону. Вот, собственно, и все. Ну, классика, пятиточные ремни, друзья. Здесь все стандартно. Ничего необычного, соответственно, нету. Так, и вот пристегнули и наклонили. Вот так вот будет у нас ребеночек против хода ездить до 9 месяцев. Раньше 9 месяцев, друзья, ни в коем случае не разворачивайте кресло. Можно дольше, но меньше, чем 9 месяцев, ни в коем случае нельзя. Если уже там полгода откатали, ребеночек уже сел, можно будет его в более сидящее положение приводить и против хода движения. Тоже прикольно. Потом разворачиваем непосредственно его вперед. Все. И регулировка по наклону у нас здесь в очень приличном диапазоне и по ходу движения. Посмотрите, вот угол наклона, друзья, это очень приличный угол наклона. Ребенок с очень комфортной посадкой отдыхает, голова вперед не висит под своим же весом. В общем, все очень-очень хорошо, друзья. Давайте я еще просто периодически в комментариях спрашивайте, я именно технические характеристики вам назову в цифрах. Вот важный момент для многих, когда из кресла в машину перекидывают, вес кресла спрашивают. Оно весит 12,5 килограмм, друзья. Поэтому имейте в виду, что оно тяжеловатое, но не очень. По факту такой средний вес в этой категории. И производитель дает гарантию 24 месяца. Достаточно большой срок гарантии.
Что касается тканей, друзья, классическая реберовская ткань, она ничем выдающимся там себя не показывает, ничего такого в ней особенного нет, но приятно и тактильно, как заявлено, все там у них гипоаллергенно, все натурально, все хорошо. Вот. Главное, важный момент, стирайте до 30 градусов, а лучше вручную, чтобы вы потом легко эту ткань обратно одели, друзья. Вот. И, собственно, что еще не добавил? В принципе, все, что хотел рассказать, друзья, рассказал. Группа такая несложная. Вот. Но самое, скажем так, важное. Ребенок новорожденный, ему нужна максимальная безопасность. И это кресло этот уровень ему обеспечивает. Это кресло не дешевое, не стоит там 20 тысяч рублей, оно подороже, но это топовое решение, практически одно из топовых, поэтому оно стоит достаточно дорого. Но вот, например, сейчас идет акция, внизу посмотрите на мир автокресел по ссылочке, пройдите, я не знаю, когда вы будете смотреть видео, но на тот момент, когда будете смотреть, можете проверить. Вот на данный момент сейчас акция, очень вкусная цена, вообще Ремер часто запускает акции, можно чуть-чуть подгадать и купить этот бренд, на разные модели, выгодные цены есть. Собственно, и все, друзья. Вопросы еще вдруг остались. Комментарии открыты, пишите. А я хочу пожелать вам сделать грамотный выбор. И удачи на дорогах. Пока.